Всем привет! Сегодня 20 марта 2023 года. Нахожусь возле Южного рынка, вот вход в Южный рынок, на улице Комсомольской, через дорогу магазин «Стрела». В той стороне городской центр культуры, вот немножко из-за ветвей самолет вырисовывается, памятник летчикам. И тема этого ролика – обзор магазина велосипедов на Южном рынке. Мне нравится этот магазин, я совершил здесь несколько покупок удачных и хочу снять про него ролик. Не в том смысле, что меня вот за рекламу заплатили, а просто сам хочу снять для себя. И вот телефоны такие зафиксировать. Замечательный магазин. Давайте зайдем, посмотрим, что продают. Здравствуйте. Мне очень нравится ваш магазин. Я у вас купил несколько велосипедов. Вот, и хочу посоветовать своим подписчикам тоже вас. А в чем главная фишка? При магазине работает, насколько я помню, мастер Сергей, да? Вы с ним сотрудничаете? Да, но вы с ним сотрудничаете. И этот мастер мне заменил каретки в среднем ходу. И у меня отпала проблема. Каретки в среднем ходу у дешевых велосипедов, которые я люблю, они, вы знаете, забиваются песком, со временем выходят из строя, раскручиваются. А он мне так легко и просто заменил. Это средний ход, вы, наверное, знаете, велолюбители. Замечательный мастер. То есть вам не просто здесь продадут велосипед, а еще и, так сказать, помогут запчастями и со всеми делами. Настроить там, усовершенствовать. Да. Да, Сергей очень хороший. Он еще сам приезжает на велосипеде. На мотоцикле уже, да. Сергей, я помню, Сергей. А вас зовут Ирина, да? Ваш телефон там на двери я снял. Ну, сразу скажу, что мой, например, велосипед Stealth 340 сейчас, наверное, вот. Сейчас вот есть 340-й, я вижу, 12950 красный, да? Ну да. Только я смотрю, у него как-то он... А, ну такой же прям, такой же, да. А у моего, знаете, написано было Special Edition, специальная серия, двойная обода. А здесь тоже двойная. Тоже двойная обода? Да, ой, как приятно. Обода стали делать не высокопрофильные, такой же, пониже профиль. Ну, двойные даже вот на классических обычных великах. Двойные обода на классических велосипедах Stealth. Поясню. Это означает, что если у вас вес там даже 130 килограмм, то у вас нормально все выдержит. И только если на ухабах будут спицы вылетать, будете менять спицы и все. То есть это действительно прочные велосипеды Stealth. Стоит такой. Он, заметьте, без рамки для пожилых людей. Но здесь он в красном цвете, наверное, есть еще и другие цвета. Стоит он сейчас около 13 тысяч, да. Это замечательный велосипед, он долго служит, у него хороший багажник. И модификация Stealth Navigator 300. Это навигатор 340 без рамки, 300 с косой рамкой и вот с такой, с мужской рамкой. С прямой, да, вот обычный велосипед. А так есть вот 300. Такие же, только уже 70 красные, кто любит с передачами. Да, тоже 13 тысяч они стоят. И вот еще со скоростями. В общем, здесь большой выбор. А эти все велосипедики с корзиночкой еще. С корзиночкой, да. Я вообще скажу, что мне нравятся велосипеды без скоростей. У нас особого вор нету в Орле. Они очень прочные, редко ломаются. И стоят, кстати, дешево. Поэтому мне вот нравится без рамок, без скоростей, с... У них еще отмечу, что комфортные сиденья вот такие, сидишь как на подушке. Вот бывает, например, на спортивных велосипедах узкие сиденья, некомфортно, а стелсовское сиденье это просто мечта, они большие. Знаете, когда покупают спортивные велосипеды, многие просят поменять сидушку, и мы, не удорожая велосипед, просто при покупке ставите на комфорт, комфортное седло. Да. Кроме того, мне нравится 28 дюймов колеса, плывешь как на корабле. И прямая посадка, вот этот классический руль и сиденье, то есть не сгорбившись едешь, а едешь действительно даже, когда по дороге едешь, и автомобилисты, сидишь выше автомобилистов, то есть ощущаешь себя очень даже комфортно в плане гордости. Вот так я бы сказал даже. Кроме того, посоветую велосипеды, вот Stealth складной 750, но это со скоростями, а вот 710 без скоростей.
Я вам скажу, это тоже великие велосипеды, стоят около 12 тысяч, 11 950. 24 дюйма колесо вполне достаточно для города, верткие такие, вот, удобные очень. Что-то я смотрю, у них сиденья такие улучшенные, да? Да, они раньше 710. Были узкие, поуже. Да, мне кажется, такие же. Просто какие-то там были с серенькими вставками раньше. Да, теперь были серенькие. Такие, ну, хорошо. Тоже да, очень прочные. Что, тоже с двойными ободами? Вот это я не помню. Вот раньше были с двойными. Вот это, смотрите, идет двойной обод. А, вот двойной. По штамповка. Она это 750 и двойной, да, обод. Вот это вот у вас обувь прочная. А это по-моему, одинарные. Нет, но да. Все равно на них можно ездить. Они верткие по улицам, в общем, действительно комфортный велик городской, складной. Колесо 24, это немало, я вам скажу. Вот 20 мало, а 24 немало. Это средняя скорость около 9-10 километров по городу. Я скажу, что я на таком велике за 2,5 часа доехал до Нарышкина и обратно по хорошей дороге. Я серьезно говорю, мне как-то вот вступило, и... 2,5 часа, вернее, не совсем до Нарышкина, до Максимовского, там чуть поближе. Я пруд съездил, посмотрел, это было в 2010 году. До Максимовского, ну это может 17 километров по Карачевке. В общем, я засек время, 2,5 часа ушло. Пруд посмотреть и вернуться. 18 километров туда и обратно, где-то так. Ну, вообще тут много велосипедов, я не буду вдаваться в такие вот, те, которые подороже, я в них не особо. Вот отмечу, вот как хорошая модель, вот это, фэтбайк. Полуфэтбайк. Вот. Да, хороший, это стелс производителя. Стелс тоже. Наш крупнейший российский производитель велосипедов. Это добротный велик с хорошим оборудованием. Они легкие, с повышенной проходимостью и круглогодичные. То есть катаются круглый год. Есть с гидравлическими тормозами, есть с механическими. Такие, ну и вот для таких школьников лет 10 там, до 10, ну, что? Детский, да. А вот еще стелс есть 450 и с 20-дюймовыми колесами. Есть такие, да? Нет, сейчас таких пока нет. Еще даже бывают такие вот 410-450, да, без со скоростями. Как стелсы, да. Ну, сейчас больше дети хотят уже спортивного вида, поэтому уже линейка идет больше такая спортивная. Да, еще скажу, что эти 710-750, они складные, то есть их легко положить в автомобильный багажник. Весят немного. И у них еще вот такие ручки для переноса. Вот заметьте, вот ручечка, да? Взяли и понесли так, если кто на высоком этаже живет. И также стелс 340 тоже взяли за ручку. Вот видите, и понесли. Удобно. И багажники есть и у этих, и у тех. У этих, конечно, больше. Это как бы грузовой велосипед, у тех поменьше. Но тоже ощутимые багажники. Так, и вот. Есть трёхковые самокаты, есть. Самокаты, да. Такие городские самокаты. Сейчас, секунду. Алло. Сейчас я занят, я на магазине обзор делаю. Сейчас попозже позвоню. Так. Электросамокат у нет, вас? Нет, электро есть? У нас ничего нет. А, электро нет, хорошо. Да, ну а так, нормальный такой самокатик для взрослого есть у вас? Для взрослого, смотрите, вот это с большими колесами, с 270-ми, 250-ми, они уже вообще очень хорошо для взрослых. Угу. Они выдерживают, 10-950, да, 11 типа, да. Да, большие колеса, оттолкнулся, ну такие прекрасные. Угу. Ну, очень... А я смотрю, большое колесо у него. Да, вы говорите, 270. Сколько оно по размеру? Это вот 270, а следующий за ним 250. 250. Ну, правда, вот смотрите, накатистые, видим, да, самокаты да, такие. Очень быстрые. 11500, это для взрослых. Я и какой вес? Подала. До 100 килограмм точно. До 100, замечательно. В общем, выбор самокатов. А это что? Это разные велосипеды, ну, спортивные это, да, такие. Кому что? Всякие BMX типа? Или нет? Нет, это детский. BMX, это детский такой. У нас, смотрите, очень прикольный детский. Доски. Сейчас вам включу веселый велосипед. Это самый веселый велосипед. Самый веселый велосипед. Ну вы поставьте его в снимок. Сейчас я просто должна его активировать. Включить, активировать. Угу. Замечательный велосипед. Так, стоит он 2,950 всего-навсего. Да. Для ребенка это, конечно, будет счастье. Ну и всевозможные тут, конечно же, есть запчасти и камеры. Покрышки, всякие железочки, все, что надо. Фары, отдельно седла. Много всего, да? Шлема, да. Ну, в общем, полноценный велосипед. Сколько вы здесь уже торгуете по времени? Там, лет? Больше 10 лет. Вот на этой точке.
работает Ирина. А вообще 22 года на велосипедах. Занимается велосипедами. Замечательно. Ну что сказать, хороший магазин, вот я, так сказать, долг отдал, потому что у меня все служит, все работает. И я особенно рад был узнать, что Сергей до сих пор с вами сотрудничает. Это замечательный человек, он, я знаю, тоже вегетарианец, как и я. Вот. И что особенно в нем поражает, он может приехать по вашему вызову к вам в любую точку города и отремонтировать вам велосипед, потому что он с собой возит запчасти. Он так ко мне приехал и каретки поменял. На трех велосипедах. Замечательно. Так, а телефон вы можете узнать, как вот здесь в магазине. На двери, да. Смотрите, у нас всегда на двери Сергей телефон. А, на двери Сергей телефон, вот. Ну, это так вообще. Ну, то есть магазин же не круглосуточно работает, да. А как бы мастер. Вот, вот телефон Сергея, а это телефон ваш, Ирина, да? Все, отлично. Большое вам спасибо за ваш многолетний добросовестный труд. Вот. Всего вам доброго. Если понадобится, обязательно. Но я накупил уже, у меня несколько ваших велосипедов. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Вот такой небольшой обзор. Ну как небольшой? Большой обзор велосипедов. Вот. Этого магазина хорошего. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрия из Орла в Яндекс.Дзен. В Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. И еще на этом, на Бусти тоже. Вот. Всего вам доброго.